Привет! Это обзоры от Mob.ua, и как всегда я Трэш. Сейчас я расскажу тебе то, о чем ты уже слышал сотню раз. РПГ. Воин, волшебница и монах. Злой демон. Волны врагов, уничтожающихся мечом, магией и кулаком. И далее, и далее, и далее. Да, это очередной, как мы их любим называть, клон Diablo. Третья часть Eternity Warriors. От легендарной компании Gloomobile, подарившей нам Blood and Glory, Frontline Commando, Deer Hunter 2014, серию мобильных игр Call of Duty и многие другие шедевры. Компания, выпускающая игры быстрее, чем китайцы делают детей. И вот в свет появилось продолжение серии Eternity Warriors. Сюжет. Последний из великих драконов, находясь под властью магии демонов, выпустил в мир страшное зло, распечатав меч вечности. Мавзакал, владыка преисподней, самопоразглашенный наследник мира, нацелился на царство удар. И с его появлением казалось, что мир в северном ударе снова рухнул. Северный удар отчаянно нуждается в герое. Каждый мужчина, женщина и ребенок зависят от него. Они зависят от тебя. Как не стыдно придумывать без конца такую хуйню. Ну да ладно, с сюжетом все по-старому. Посмотрим, что есть нового. Три игровых персонажа было, непревзойденная боевая система уже слышали, уникальные умения для каждого героя. Да неужели? И гильдии героев в реальном времени. Ну, хоть что-то. Но зачем обещать что-то новое в РПГ, когда все ее любят за старое? Не может не радовать, что в игре огромное количество интересных сражений, битвы с гигантскими боссами, обширные возможности развития героев и многие другие ништяки. В каждом из трех городов можно будет увидеть и других игроков, пообщаться, посмотреть на снаряжение и пригласить в гильдию, если таковая у вас имеется. Как обычно, в бою и магазине можно приобрести дерьмовые трофеи, а меч, которым можно будет завалить хотя бы второго босса, уже стоит реальных денег. А благодаря обилию доната, игра становится настолько хардовой, что легче будет поиграть в Dark Souls. Плюсы – графика, управление, оптимизация, геймплей. Минус один – за плюсы придется платить. У меня для вас все. Если понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи!